куда девать уже старые бархатцы, которые уже отцвели, и едва ли что мы будем наслаждаться еще их цветением. Осень, друзья. Так вот, применение у этих бархатцев шикарное. Вот как вы видите, мы их выдрали, можно сказать, вместе с корнями. И теперь мелко нарежем и набросаем на ту грядку, которая у нас в конечном итоге будет у нас расти томаты. Естественно, что мы ее еще переработаем. То есть мини-трактором мы заделаем ее в почву. Друзья, поверьте мне, не будет никаких заболеваний. Фитофтора в этом году у меня вообще не было. Вот я так каждый год делаю. Так что давайте приступим и посмотрим, как это делается. Ну что, друзья, вот прекрасно мы нарезали наши бархатцы по всей этой грядке. Сейчас, если у кого есть возможность, еще можно добавить доломитовой муки, в которой в основном находится, значит, фосфор и калий. И хочу вам сказать, что вот эти бархатцы – это прекрасный фунгицид, который предотвратит в будущем ту же фитофтору на наших участках. И при разложении, конечно, это шикарное тоже азотное удобрение. Так что ничего не выбрасываем, все в дело. Сейчас мы достаем маленький культиватор и все это прекрасно перепашем для будущего богатого нашего урожая. Так что доломитовая мука и наши бархатцы осенние. Мы даже посмотрим. Вот. Принесут нам прекрасный в будущем урожай. Так что до новых встреч. Не вздумайте выбрасывать бархатцы. Они еще ого-го как вам пригодятся, друзья.